Вот такие арбузы мы выращиваем у себя на даче. Вот в нашей зоне они вызревают, и поэтому спокойно можно садить, выращивать без всяких ГМО и кушать на здоровье. Сегодня мы будем на своей грядке снимать арбузы, потому что прошел туман и дождь. И после дождя и тумана наши косы с арбузов стали просто желтеть. Да и пора уже, пацаны, вот эти арбузики, которые у нас зелененькие, снимать, потому что они уже поспели. Ну что, Николай Анатольевич, давай, приступай. Начинай. Видишь, он как бы уже лежит после дождя. Хвостик уже этот. Ну, а тут вот этот хорошенький. Такой. Звенит, нет? Звенит. Этот тоже забирай. Да, дождь прошел, и все. Надо в нашей же зоне их снимать. Вот этот тоже снимай. Эти еще пускай растут. Еще спеют эти арбузики. Эти. А этот. Тут полосатый не будем снимать. А вот этот вот. Вот он, зеленый, пацаны, тоже снимай. У него еще жопка зеленая. Да нет, они уже готовы. Слушай. Даже хлопнуло. Ну да. Дальше тот полосат пускай лежит. Ну вот еще. У нас такой. Давай, снимай его. Попка готова. Вот. Они уже, да. Звенит. Ну да, вон вот целая корзина у нас арбузов. Это пацаны. Вот эти арбузы, они, наверное, как ранее. Вот это пацаны. Вот этот арбуз, Коль, давай тоже снимем. Вот этот сорт Крисби. Вот он полосатенький такой. Давай его срывай. Ну-ка покажи, он, как он на обратной стороне. Как, где он лежал. Вот место это, где желтый. Место. А, его желтый, значит, он будет спелый. Сейчас взвесим, сколько будет у нас огонек, вот этот, весить арбузик. Огонек. Так, тихонько. 2 900. 2 950. Этот у нас 2 700. Ну, пускай без камня мало, 2 700. Ну и маленькие идут такие арбузики. Кило 150. Ну, вот такие вот арбузы, пацаны, вот вызревают в нашей зоне без всяких проблем. Сейчас разрежем, посмотрим, какие будут они на вкус и цвет. Сейчас разрежем мы арбузик один, посмотрим на спелость этого арбуза. Вот такие, смотрите, какие красавцы. Вот они, вызревшие черные семечки в этих пацанов. Вот такие небольшие семечки. Сам весь красный. Вот он. Он уже спелый, поэтому в нашей зоне они очень хорошо растут и зреют. Прекрасно. И на вкус они очень сладкие. Я знаю, что мы каждый год их выращиваем. Вот эти арбузики. Сочные. Поверьте мне на слово, очень сладкие. Режем, посмотрим вот этот арбуз Крисби. Вот это еще пока сыровато, ну, посмотрим сейчас. Видите, какой розовый. Но я бы не сказала, что он такой сильно красный, вот как вот этот пацан. Видите, разница есть с мякоти. Вот этот прямо красненький, а этот розовый. Ну, сейчас попробуем на вкус, какой он будет. Ему бы еще полежать, наверное, надо. Сладкий. Мякоть хоть и розовенькая такая, но она очень сладкая. Такая. Ну, еще полежал еще немножко. Может, был бы еще вот здесь вот, да, завершим, может, лучше было. Этот гигант, который медовик, он где-то будет, не знаю, наверное, килограмм 5-6, может, больше. Будем его снимать. Маленький пускай пока полежит. И пробовать. Вырос, вернее. Так, значит, вот он конец, попочка его. И вот здесь. Ну, вот так вот. 45 он у нас вырос. Так, сейчас мы взвесим его. Весы у нас где-то до 10 килограмм будут. Ну, вот так вот. Помещаем его в сумку, потому что больше никак мы не взвесим. У меня больше весов таких нету. Так, иди, супруг,
Я не подниму. Ого! И сумка не выдержит. Сколько? Ровно 8 килограмм. И даже сумка ручки не выдержала. Порвалась. 8 килограмм. Чтобы точно мы зацепили его крючком. Вот так вот. 8 килограмм, даже чуть больше. Ну, больше 8 килограмм. Что, будем разрезать. Вот так вот, наверное. Потому что вот если так разрежу, холодильник мне не вместится, а мы вдвоем не съедим. Вот так. О, какой красавец. Семечки, как видите, крупные такие вот, крупные. И сам арбуз вызревший. Значит, в нашей зоне он даже хорошо себя показал. Вызрел так, как положено. Вот, ну, вот для сравнения, смотрите. Вот она картинка, арбуз медовый гигант. И сам наш арбуз дачный. Один к одному. Пробую арбуз на вкус. Обманывать не буду, потому что я все время правду говорю, какие арбузы у нас растут, спелые или неспелые. Да, действительно сочный и действительно сладкий. Сладкий, без обмана, я вам говорю, вызрел в нашей зоне. 32-й регион, арбузы вызревают. Единственное, что только, смотрите, какая корка. Очень толстая. Очень толстая корочка. Где-то корка зеленая, а тут еще белый пролет. Ну вот, вот такой вот арбуз у нас вырос.